Так, Камиля, вы меня слышите? Да, Нур Михайлович, здравствуйте, хорошо вас Здравствуйте, слышу. очень хорошо. Все, начинаем. Начну. У нас сегодня наша новая дисциплина называется интеллектуализация образования и управление образованием. Ну, как и вчера, мы начнем с того, что мы рассмотрим рабочую учебную программу, что входит в этот курс, название лекции, там, скажем, какие работы нам предстоят. Вот рабочая учебная программа, курс интеграции образования и управления образованием. Так? Вот. Форма обучения очная, курс 1, семестр 2. Значит, эта программа обсуждена 12 сентября 2020 года, протокол номер 1, заведующий Тулюгулов, и вот я составитель этой программы. Ну, сведения о преподавателе здесь стоит. Значит, контакты мои, научные интересы, инновационные технологии образования и искусственный интеллект. Вообще, я здесь, в университете, занимаюсь преподаванием в магистратуре научно-педагогического направления. Это все связано с информатизацией, интеллектуализацией образования, data science, ну, вот такими вещами. Значит, я не преподаю в бакалавриате. Ну, в бакалавриате в прошлом смысле преподавал методы средства обработки данных. А так в основном работаю в магистратуре. Значит, ну и кроме того, если говорить про себя, вот мы недавно написали учебник «Введение в Python» на русском казахском языке. И до этого написали учебник алгоритмизации программирования. И сейчас на выходе находится учебник, называется «Цифровая грамотность для учителей». Вот примерно то, чем я занимаюсь. Дальше, значит, количество кредитов 5, это 150 часов, 15 лекций, практические занятия 30. Это сам, работа магистратура, значит, самостоятельная работа с преподавателями, свободная. То есть самостоятельная работа магистранта, 12 часов. Ну и графика консультации указана, это все было написано тогда, когда мы вели занятия в аудиториях. Значит, ну, для того, чтобы освоить содержание дисциплины, необходимо знание дисциплины, основы вычислительной техники, информационной технологии, социальной информатики, информационной технологии образования. Пост-реквизиты. То есть после изучения этой дисциплины вы можете обращаться к таким дисциплинам, как моделирование процесса развития общества, проектирование социальных систем, информатизация образования, инновационные исследования в образовании. Краткое содержание дисциплины. Данная учебная дисциплина предназначена для изучения теоретических аспектов интеллектуализации образования, развитие интеллектуального потенциала общества, влияние информатизации на сферу образования, становление информационного общества, формирование новой информационной культуры общества, информационно-образовательное пространство и производство и управление знанием. Нет описанной цели дисциплины, задачи дисциплины. Задачи дисциплины – это все я вам перешлю, вы будете все читать. Вот. Ну, давайте скину пару строк. Формирование личности – цель магистрантов и развитие их интеллектуальных способностей по прогнозированию путей.
Ну, пути развития образования, формы и методов развития образования в 21 веке, расширение кругозора и представление магистрантов о роли влияния информационных технологий, в трансформации общества, изменения структуры экономики, формирование информационной культуры человека, подготовка магистрантов к эффективному использованию полученных знаний и представление к проектированию. Проектирование системы образования, обучения и воспитания, применение информационных технологий, вычислительной техники. Ну, в общем, все, это цель дисциплины такая, что у нас это специально существует научно-педагогическое направление, рассчитано на то, что магистранты начнут заниматься развитием структуры образования, системы образования, займутся информатизацией образования, и займутся перспективами развития образования. Ну, естественно, они могут преподавать и осваивать новые методики обучения. Задача дисциплины – раскрыть смысл интеллектуации образования, пропускную ее модернизацию. Дать представление о становлении информационного общества и развития образования. Ознакомиться с формами, методами информатизации общества и перехода в информационное общество. Дать понятие о путях формирования интеллектуального потенциала общества. Ознакомить с понятиями экономика знаний, производство знаний, технологии управления знаниями. Раскрыть сущность применения информационно-образовательного пространства. Ну и вот в результате, вы должны знать, тут есть, перечисляется, умения, знания, значит, и вот навыки, содержание дисциплины. Ну вот, значит, лекции. Здесь у нас будет идти сейчас вот семь тем. И тема первая – интеллектуализация образования, как условия его модернизации первое. Число часов – это первая тема. Один час отводится, тема вторая – 2 часа. Становление информационного, что и развитие, и так далее. И все, вы видите, крутится вокруг общества знаний, экономики знаний, организации информационного взятия пространства и управления знаниями. Ну, идет основное содержание тем. Значит, основное содержание тем. Что входит в темы? Темы самостоятельной работы магистрантов, основное содержание тем, темы практических занятий. Вот, практические занятия вы будете выполнять, значит, вот самостоятельно, ну, с моей помощью, по методическим материалам, и будете мне сдавать. Ну, самостоятельная работа. Работу магистрантов и список литературы. Значит, не обращайте на внимание на список литературы, потому что сегодня у нас была комиссия, она рекомендовала, что в списке литературы должен быть только список тех учебников и значит, методических пособий, которые находятся в библиотеке университета. То есть они должны быть в шаговой доступности. А значит, вот это все, что тут написано, можно брать сотни книг. Дело в том, что они все сейчас произошла коммерциализация, все учебники продаются. И поэтому мы не можем это навязывать. Значит, полно в интернете всяких там значит, пособий и по ним будет изучать. То есть это не является сейчас, на сегодняшний день, обязательно к применению, обязательно к изучению с этим учебником. Ну, дается информация оценки, критерии оценки даются, требования к магистрантов, это мы вчера с вами изучали. Карта учебно-методическая, список литературы. Ну и вот написано, основная дополнительная литература отсутствует в нашей библиотеке университета. И имеется наличие только у преподавателя. Вот так он написано, поэтому то, что было сказано, что мы должны сейчас написать список литературы значит, из нашей библиотеки, значит, это пока
когда силабус составлялся, это ничего не было. Но сейчас, значит, наши ответственные люди занимаются обновлением списка, и если будет возможно, я тут пишу то, что нам понадобится. Значит, надо будет первый контроль рубежный, второй контроль за последнюю половину занятий, примерно через 7 этих самых, на середине семестра, и второй рубежный контроль. И экзаменационные вопросы, вот они представлены. Вот по этим вопросам составляется экзаменационный билет. Вот примерно так выглядит рабочая программа. Рабочая программа. Так, хорошо. Так, идем дальше. Ну, сейчас мы во время этих лекций рассмотрим содержание трех презентаций, которые показывают, значит, вот направление движения образования, трансформация образования. Трансформация образования. Это тоже, так сказать, такая вводная часть. Сегодня мы будем только такую вводную часть рассматривать, а затем будет идти уже конкретная, значит, интеллектуальная система в образовании. Значит, вот информационно-образовательное пространство, управление знаниями. Управление знаниями. Так. Как это демонстрационное окно закрыто? Так, появилось? Да. Все хорошо. Значит, мы сейчас с вами рассматриваем тему образования «Время перемен». Какие вызовы 21 веке существуют для системы образования? Это стремительно меняющийся мир, новые способы восприятия и интерпретации мира, культурное и социальное разнообразие, технологизированность жизни. Вот эти, тут у нас написано 5 вызовов для системы образования. Значит, образовательная экосистема 21 века. Значит, еще раз, какие вот ценности? Значит, это процесс сам по себе. Это технологии, содержание, педагогика. Вот. Мы готовим обучающихся к будущему, которое не сможем все-таки описать. Это совершенно верно. Скажем, если у вас есть, скажем, ну, скажем, братишки, сестренки, там, родственников есть. Если не обучаете, скажем, на первых-трех классах, представьте, 10-12 лет, они уже будут в 30-м году. Слышно, да? Да. Вот. В 30-м они будут уже жить в 30-м году, в 31-м году. Что будет в это время? Какое оно будет время? Достаточно ли им будет вот то образование, которое они получили? К чему готовят? Вот у нас вопрос. Что-то у меня со звуком. Меня нормально слышно, да? Да, вас слышно хорошо. Хорошо. Так вот, продолжаем. Вы, наверное, сейчас замечаете, что, ну, допустим, у меня, конечно, братишек уже нет. Есть внуки, которые учатся, начиная там, скажем, первый класс, там, третий класс. Пятые, шестые классы учатся. Естественно, они находятся у меня перед глазами. Вот тот ребенок, который учится сейчас во втором классе или в третьем классе, он совершенно свободно общается с гаджетами. Со смартфоном общается, с интернетом. Он скачивает игры,
значит, он организует себе почту, значит, он работает в WhatsApp. Это то, что занимается тем, чем никто их не учил. Да, вот они сейчас, скажем, вот дистанционно обучаются, сидят. Если возник вопрос, они сразу кидаются в интернет, в Википедию, вытаскивают для себя данные. То есть вот эти дети сейчас обучаются, и главное, уже наше обучение уже не совпадает с их устремлениями, или, по крайней мере, с их сейчас таким информационно-логическим этим самым воспитанием. Поэтому то, что говорится, мы готовим обучающихся к будущему, которое не можем четко описать. Вот это совершенно верно. Педагоги и психологи о современных детях. Значит, что отличает сейчас? Значительно отличается от сверстников прошлого века. Имеется в виду 20-го. Мы сейчас же приходим. Повышенная тревожность, агрессия, повышенная возбудимость, повышенная потребность к восприятию информации, повышенная эмоциональная длительность, настойчивость и требовательность. Не слышит, когда к ним обращается, не желает подчиняться указаниям взрослых. Выражает протест вплоть до агрессии, когда их заставляет что-то делать. То есть и завышенная самооценка. Вот и все. У меня, допустим, как у уже взрослого пожилого человека, проходит перед глазами, если у вас есть практически только, не можете то, что произойдет. Такой же. Значит, важно обращать внимание на особенности развития и поведения детей и признавать то, что некоторые исключения из общего правила могут предвидеть будущее в виде самих правил. То есть что это означает? Это означает, что сейчас вот кажется что-то особенным, что-то вот, значит, каким-то вот личным его качеством. И то, что нас не устраивает. Возможно, это в будущем обратится в правила, появится новые правила, потому что уже человек, он будет воспринимать мир, значит, жить в этом мире вот, по тем зачаткам правил, которые мы сейчас наблюдаем. Вот внизу дается ссылка на Буденховера, Фриха Вазира. Новое детство, как им бизнес условия и потребности жизни. Современные дети. Методы и методики исследования не дают объективной картинки способностей, возможностей современных детей. То есть мы даже сейчас пытаемся исследовать педагоги, психологи, все время исследовать детей, их уровень развития, их устремления. О чем они мечтают, значит, какие цели ставят перед собой, какое развитие. Так вот, естественно, пользуемся мы теми методиками, которые сейчас существуют, но они не дают объективной картины, потому что нужны какие-то другие методики обследования этого феномена. Современные дети, снова дальше идем. Детей 20 века были хорошо развит подражательный рефлекс. Ведь 21 века приобретает рефлекс свободы. Они сами выстраивают стратегию своего поведения. Вот что Трубуховетр Ланович. Слушай, извините, там одногруппник Нурдила хочет подключиться, просит, чтобы вы подключили его. Сейчас найду, где он должен меня подключать сейчас.
Отключилась? Так, нет его. Ну вот я сейчас настал, участник стал три. Нурдила должен под, запрос отправил. Ну, похоже, подключилась. Так, сейчас посмотрю. Подключилась? Нет, только мы с вами здесь. Только мы с вами. Так что же мне делать тогда? Вы в Zoom попробуйте зайти в Zoom, в сам Zoom. Zoom, мне сейчас надо будет это самое выходить отсюда. Так. Или сказать ему, чтобы, когда перезапустим, подключился. Так. Сейчас нету. Нет, нету. Сейчас я попробую его пригласить, может, у меня получится. Вот я нажал на пригласить. У меня этот человек уже значится, что сейчас у нас три человека работают. Три человека? Да, там цифра 33. Вы и я, еще третий человек. Так, ну я продолжаю. Так. Может, вы нажмете на этого человека? Для этого человека, ну, я тут его не вижу, этого человека. Он все еще ждет, говорит, нет. Вот вы когда нажали пригласить, может быть, вы на имя Нурдила там должно будет написано. На это имя, может быть, нажать стоит. А, Нурдила есть. Вот нажмите туда. Да. Подключилось? Да, все. Ну, да? Да. Идем дальше. Ну, вот мы остановились на теме современные дети, на уровне пути 20 века был хорошо развит подражательный рефлекс. Пути 21 века преобладает рефлекс свободы, они сами выстраивают стратегию своего поведения. Социальная ситуация развития ребенка определяется соответствующим культурно-историческим контекстом, типом культуры и типом общества. Так, типы культур – это по миду и по земли. Постфигуративный – дети учатся у предшественников и воспроизводят культуру. Префигуративный – взрослые учатся у детей. Так, ну скажем, замена программного обеспечения на компьютере, обучение, работа с планшетом и прочее, кардинально меняется отношение между взрослыми детьми. То есть раньше было так, делай как я, а сейчас приходится нам спрашивать у детей, допустим, у меня есть Бекназар, я ему говорю, Бекназар, как мне подключиться к Zoom? Этот пятиклассник сидит, спокойно работает. Либо есть еще один, который... младшего на 3 года, на 4 года. Он налаживает мои сетевые сообщения. Поэтому это вот к тому, что мы сейчас читаем. Современная культура отличается колоссальным объемом транслируемой и обрабатываемой информации. Переход от подиндустриального к информационному типу развития общества. Система отношений ребенка к миру. Конец 20 века. Взрослый сказал и показал, что и как нужно делать. Ребенок выполняет действия, подражая и доверяя взрослому. Начало 21 века. Ребенок готов услышать взрослого после того, как будет выстроена система отношений на основе доверия и понимания. Понимаете, раньше для ребенка взрослый был авторитетом. А сейчас, чтобы наладить, так сказать, диалог, ребенок уже требует, какая будет система отношений, как вот система отношений на основе
должно быть доверие, понимание и так далее. Раньше такого требования не было. Система отношений доминирует над потребностью традиционного приобретения знаний. То есть очень важное значение, как вы общаетесь, как вы ему доверяете, насколько вы его, так сказать, признаете, ну, уважаете. И, значит, уважаете, кроме того, он для вас, ну, скажем так, условно говоря, равный партнер. Редко хотят копировать взрослых. Им присуще не столько реактивное, сколько активное, именно иногда гиперактивная деятельность. Уже в 3 года способны ориентироваться на результат и продукт своей деятельности. Это в 3-то года. То есть он, если что-то делает, он уже делает, так сказать, осмысленно, понимая, что он, то есть что такое результат. То есть он делает что-то, чтобы получить, дойти до результата. В сознании доминирует смысловая сфера. Становление и развитие смысловой сферы определяет культурно-историческими условиями. Основой формирования смысловой сферы является эмоционально-личностное общение со сверстниками и взрослыми. Обладает системным смысловым типом сознания. Вот это типы сознания, которые есть у детей, скажем, 3-5, там, скажем, 7-летнего или 10-летнего возраста. Теперь о подходе к обучению современных детей, то есть тех детей, которые мы сейчас рассматриваем, которые, кстати, называют поколение Z. Какие подходы? Увеличение скорости обучения. Одна картинка стоит 1000 слов. Мультизадачность и умение заинтересовать. Система поощрения. Самостоятельность мысли и действий. Мотивация к новым переменам. То есть, если мы хотим обучать теперешних детей, мы должны вот учитывать вот эти вот указания, факторы, и наше обучение должно строиться вот как-то вот на этой основе. Образование 2030. Ребенок, родившийся сегодня, выйдет из школы совсем в другой мир. Ну, то, что я вам говорил. Объем знаний не будет иметь традиционные ценности. То есть раньше что мы делали? Мы изучаем физику, химию, географию, биологию, там, пение, скажем, приобретаешь трудовые навыки, черчение, рисование и так далее. То есть мы набирали сумму знаний, знали о том-то, о том-то, о том-то, может быть, понемногу. Сейчас оказывается, что для того, чтобы это считался развитым ребенком, компетентным ребенком, потом он учился в школе и освоил тот объем знаний, который ему понадобится в жизни. И с этим знанием он шел в жизнь, может, дальше обучался и устраивался. Но сейчас объем знаний не будет иметь традиционной ценности. Не надо много чего-то учиться, скажем так. Учащийся должен будет думать креативно, творчески, свободно, уметь сотрудничать с другими людьми. Выпускник школы 2030. Готов к образованию на протяжении всей жизни. Обладать, то есть что такое готовка уже на страницу жизни. Раньше цикл был так: школа, вуз, работа. Ну, потом, может, какое-то там совершенствование по своей специальности. Но сейчас надо учиться всю жизнь. Обладать читательской компетенцией, разными видами вербального и невербального общения, математической грамотностью. Вот это выпускник, речь идет о тех, кто будет в 30-м году выпускаться. Креативно-критически мыслящий, эффективное взаимодействие с другими людьми, умеет осознанно рисковать, адаптивен к быстрому меняющимся условиям, социально адаптивен, толерантен и уважителен к другим людям, культурам, мнениям.
адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, мотивирован к учению, решению сложных комплексов задач лидерства. Вот этими качествами будет должен обладать учащийся 2030 года. Вот эти качества у него будут к этому времени. Образование 2030. Это дидактика новой педагогики. То есть получается, что мы сейчас занимаемся, в смысле, педагогика, это есть наука, как обучать, дидактика, преподавать и что преподавать. Получается, образуется новая педагогика. То есть, получается, меняется дидактика педагогики. Традиционная система классов, курсов, расписания оценок будет меняться. Что будет появляться? Гибкие... Не, можете принять жандоса? Чаще формы обучения. Образовательный процесс направлен на формирование навыков компетенций 21 века, всесторонних базовых знаний. Параллельно углубляются компетенции в интересующих областях. Это мотивация к учению, исследовательской деятельности, познанию, сознание индивидуальных, локальных, глобальных контекстов, допущение права на ошибку, уверенность и настойчивость применения знаний в практике ориентированной деятельности. Это те качества, которые будут у выпускника 2030. Образовательный процесс основывается на междисциплинарных, индивидуальных и групповых проектах, в том числе разновозрастных. Что это означает? Вот мы в школе, скажем, изучаем физику, химию, естественные науки. Физику, химию, биологию, скажем, географию. Но, в принципе, мир один. Вы, если к какому-то объекту обращаетесь, то там присутствуют все эти предметы. Поэтому есть тенденция, что должно быть междисциплинарное обучение. То есть, скажем, мы изучаем, скажем, какой-то новый предмет, который включен и физика, и химия, и биология, и, возможно, математика, там еще география. Индивидуальных и групповых проектах. Обучение может быть индивидуальным для каждого из 20 сидящих в классе по ее возможностям и способностям. И участие в групповых. Теперь они могут участвовать все в решении какой-то общих задач. В том числе и разновозрастных. Скажем, ученик там, скажем, 4 класса, плюс ученик 8 класса и 10 класса. Учителя-навигаторы, кураторы, консультанты образовательного процесса. То есть, какие качества должны быть? Он должен быть качеством навигатора, куратора, консультанта образовательного процесса. Результаты обучения измеряются через критериальное оценивание сформированности навыков и компетенций. Результаты отражают весь опыт, а не отдельные виды деятельности. То есть, вот результат обучения отражает весь опыт, а не отдельные, там, скажем, виды деятельности, связанные, скажем, с физикой или химией, а комплексы всех предметов. Структура образовательного плана – это результат коллективного решения всех участников образовательных отношений, где участие учителя играет центральную роль. Центральную роль. То есть, получается, обучение такое коллективное, где ставится общая задача, где каждый осмысленно подходит к обучению, постоянно ощущая достигнутый результат, сравнивая его с другими участниками и оценивая, каков дошел ли он до какого-то конечного результата. Экспериментирование с новыми идеями, развитие способности к оправданному риску. Такого раньше никогда не было. Результат.
Мир наполнен креативными, уверенными в себе, ответственными, гибкими, успешными молодыми лидерами. То есть результат вот такого рода обучения – это появление креативных, уверенных в себе, ответственными, гибкими, успешными молодыми лидерами. Ведь по существу, когда мы сейчас у нас еще пока нету всеобщего мирового общества, нет, так сказать, коммунизма, скажем, Америка сама по себе, Китай сам по себе, Европа сам и Союз, и мы тоже сами по себе. Теперь оказывается, что главным национальным богатством будет являться не то, что природный ресурс, нефть, газ, там, металлы, там, скажем, главным национальным богатством будет являться образовательный уровень каждого члена общества, который должен быть креативным, уверенным в себе, ответственным, гибким, успешным, молодым лидером. То есть мы приходим к пониманию, что наступает экономика знаний. Знания решают все. Новая педагогика в ответ на вызов времени. Ну, тут рассматривается, так сказать, исследование. МИТ – это всегда, считайте, Массачусетский технологический институт. Это лидер образования во всем мире. И здесь приведены некоторые диаграммы. Значит, вот по времени, скажем, лабораторная работа 16-19, домашняя работа. Так. Домашняя работа. Сон, урок. И так далее. То есть показывается активность мозга ребенка, скажем, какой день этот мозг достигает максимальных значений, и, значит, и в каких видах занятости достигает своего максимума. Ну, скажем, на третий день имеется, скажем, вот если я сейчас покажу, максимальный, скажем, всплеск общения, сна, где-то здесь вот на шестой день, значит, самостоятельная учебная деятельность максимум. То есть, короче говоря, вот уже происходит измерение, так сказать, активности мозга к разным видам деятельности в разное время. Естественно, поэтому можно пересегрегировать, отделять детей друг от друга. Я хочу сказать, ставить критерии, когда его удобно обучать, значит, и на какие предметы его мозг больше всего настроен. Педагогика 21 века – это новая педагогика. Новая в педагогике. До 21 века школа определяла дальнейшую траекторию жизни человека. В чем? Работа, низкая квалификация. Профессионально-техническое образование средней квалификации, университет высшей квалификации. То есть мы говорили, ну, скажем, там, в 2000 году, в 1900 там, каком-то там году, там, скажем так, рассматриваем, то, значит, по существу, те, кто шел работать, это была самая низкая квалификация. Для того, чтобы получить среднюю квалификацию, он должен быть закончить техническое, то есть, значит, среднее техническое заведение, ПТУ, скажем. И чтобы получить высшую квалификацию, значит, приобрести, он должен закончить университет или другой вуз. В 21 веке этот подход не работает ни в моральном, ни в социальном, ни в экономическом плане. Система образования 21 века должна создать условия для формирования выпускника школы, достойным гражданином, готовым к учению на протяжении всей жизни, готовым к успешной социализации и карьере. 20 век – это решение учебных задач как демонстрация полученного знания, ограниченного рамками учебника, класса и школы. 21 век – это решение реальных задач, быстро меняющихся жизненных ситуациях,
цифровые технологии позволяют учащимся принимать решения в ситуации реального мира, в общении с соответствующим сетевым сообществом, далеко за пределами школы. В чем заключается новизна? Новизна не в увеличении доступности знания, но необходимости, возможности его перемещения в реальном мире. Это изменение охватывает систему на глобальном уровне. Значит, что получается? Давайте попробуем вникнуть. Новизна не увеличение доступности знаний, но в необходимости и возможности его применения в реальном мире. То есть насколько это знание актуально, насколько оно практично. Это изменение охватывает сверху систему на глобальном уровне. То есть нужно выбирать то, чему необходимо учиться. Естественно, сейчас вот будет идти. Значит, если ты собираешься стать психологом, то какое тебе образование нужно? Нужна ли тебе тут география или, скажем, история? На что обращать внимание? То есть вот образование 21 века. В смысле, ключевые предметы и предметные навыки. Междисциплинарные темы. Это глобальное мышление, финансово-экономическая грамотность, гражданская грамотность, грамотность в вопросах здоровья и безопасности жизнедеятельности, экологическое мышление. Это вот междисциплинарные темы, которые они изучают, в смысле, вот, проходя вот, разные предметы. Навыки и компетенции. Это критическое мышление, сотрудничество, коммуникации и работа с информацией, технологическая грамотность, креативность, личные качества. Система поддержки образовательного процесса. Это что? Стандарты 21 века, социокультурно-образовательная среда, образовательные программы, учебный план 21 века, учебно-методическая система 21 века, профильное развитие педагогов в 21 веке, система оценки образовательных результатов и навыков и компетенций 21 века. Навыки и компетенции 21 века и экономика. Новая педагогика формирует новую ценность инвестиций в образование. Изменение отношения к знанию. Раньше знание было как содержание, а сейчас знание как инструмент трактуется. Никогда ранее образование не было столь важным для каждого человека. Во время быстрых изменений, способных к учению, наследуют достижения человечества. Обученные, подготовленные к жизни, в мире которого более не существует. То есть, если вы говорите, значит, мы говорим про то, что они обученные, то это означает, что они не подготовлены к жизни, это готовятся к прошлой жизни, которого нет. Роль технологий. Развитие технологий и интернета создали ситуацию свободы учения и свободу деятельности в глобальном масштабе, о чем мы никогда не подозревали 10 лет назад. Билл Ричардсон, 13-й год. Так, сколько же у нас время? На этом мы сейчас тормозим. Минут через 10-15 начнем, потому что время зума – это примерно 40 минут. Работаем. Хорошо. До следующей встречи.